7:30 пришли сюда на работу, дочку в садик отвели. Тут смотрим, ленту начали закрывать лентами. Мы спрашивать стали у милиционеров, в чем дело. Нам говорят, что здесь, говорит, бомба. А где бомба, еще точно никто не знал. Приехали кинологи с собаками, потом приехали саперы. Бомбу нашли, думали, что она в подземном переходе, потому что сообщили, видно, милиции. Ну, как нам милиция сказала, что сообщили им. Уже же намеренно получается, знали же, кому сообщить. Они в подземку, видно, ничего не нашли. Она оказалась вон там, вот промеж елок. Они пошли туда с чемоданчиками, поставили этот чемоданчик. Первый хлопок где-то через час произошел. Потом они опять второй чемоданчик побольше туда понесли. Второй хлопок, ну, было слышно очень хорошо, аж уши заклало. Потом они собрались, приехала вся милиция, начали собирать улики, доказательства, кто там что положил. Ну и вот. Взрыв католду? Угулан жок па? Жетиде келсек, милициялар тосуп туруп тур, охраналар милициялар. Могуяка бомба коюп кеттирди деп атат, жолу багыла деп, могу сары паласаны тартып коюшуп тур. Ошол боюнча биз өткөн жокпуз. Анан кирете бир саат мурда келди, саперлор келди, тиякты текшерип, эки жолу жардырды. Эч ким эчтеке болгон жок, азыр мына тиягындагы карап атышат милициялар, охраналар. Эл өткөн жок, эч ким жаракат алган жок, эч ким эчтеке болгон жок, баары эле жакшынакай болуп атат. Ошол биз күлө отургузбай гана туруп атабыз азыр, тигип аттык эле. Ошол уруксаат берсе азыр киребиз, күл тиге баштайбыз.